из простого ровного кусочка кожи мы можем сделать вот такой объемный выпуклый нос, который держит форму, при том, что сейчас он только приклеен, внутри просто мягкий клей, там нет лепных деталей. Нос сделан только из кожи, из клея. Посмотрите, какой он объемный, у него выразительные ноздри, он хорошо прогибается и прилегает к мордочке. Посмотрите, как нос переходит плавно к голову. Даже если клей высыхает, нос все равно остается упругим. Как этого добиться, я рассказываю вам на своем видеокурсе. Также мы на этом курсе будем делать вот такие веки с объемными складочками. Глазки здесь используются акриловые, кукольные, очень красивые, которые имеют выражение. Такса может быть и попрошайкой, и обидчивой, и очень наглой собакой, смотря как она повернет свою голову. Также мы там делаем утяжку ротика. Ротик получается рельефный, и такса очень мило улыбается. Если вы хотите научиться делать вот такой объемный кожаный нос, я приглашаю вас на мега подробный видеокурс по созданию харизматичной таксочки. Я рассказываю, сколько и как что прогревать, как вам нужно обрабатывать кожу, чтобы добиться максимальной рельефности и чтобы кожа при этом держала форму. Если вы хотите присоединиться, пишите мне, я всем рада.